мере выполнили задуманное ими самими и, конечно, тренером Ильей Авербухом. Алексей Макаров неоднократно уже обещал, что он добьется того, чтобы Татьяна Анатольевна Тарасова поставила ему за технику 6-0. Но мне кажется, сегодня это просто исключено. Да и в плане художественного вот восприятия, вот мне кажется, идет. Фигуристы молодец. Где-то чуть-чуть не доработали. Стояли. Молодцы, ох, молодец. Главное, он услышал, что в музыке побежал да, быстро, да, правильно все. Да. Я думаю, сейчас закопается. Молодец. Все, отыграла. Да. Супер, молодец. Молодцы. Найду тренировки, не прекращались. Аня и Леша на 6 закатались. Молодцы. Итак, Анна Семенович, Алексей Макаров, оценки за технику. 5-8, 5-8, 5-8, 6-0, 6-0. Средний балл 5,88 балла. Оценки за артистизм. 6-0, 6-0, 5-9, 6-0, 6-0. Средний балл 5,98 балла. Общая сумма 11,86 балла. Татьяна Анатольевна, после такого номера мне очень захотелось в школу. А что скажете вы? Захотелось тебе в школу? Да. А мне нет. Почему? Ну, как Алла сказал, если не упал, уже молодец. То вот за то, что молодец, 5-8. Ну, хотела упасть даже на поклоне. Вот тут шаг широкий хотел сделать, как ты в прошлом году делал. Так вы с Танюхой тут проходились так. Не получился этот шаг. Начало, то, что Аня запела, мне понравилось. Потому что было какое-то в этом соответствие этому обожаемому голосу. Понимаешь? Да, вот, обожаемому, да? А потом это не было ничем поддержано, и немножко упало, и середина была скучной. И поэтому 5-8. Понятно, спасибо. И не качаться. Леша, не качайся, ты уже не качался. Да я трезвый. Алла Борисовна, как вам этот школьный роман? Не могу и не хочу. Но действительно, голос соответствовал. Поведение в мечтах не соответствовало, конечно. Я была скромнее в мечтах. Все это, конечно, напоминало немножко набоковскую Лолиту, и мне это было приятно. То есть этот образ удался. Леш, я не знаю, какой там шаг должен быть. Ничего не знаю. Ты мне как нравился, так и нравишься. 6-0. Спасибо вам большое. Александр Дмитриевич, может быть, сделаем фигурное катание обязательной школьной дисциплиной? Идея хорошая. Но вообще хочу сказать, что за артистизм, безусловно, шестерка. Просто восхитительно это все было. Вот, но вообще-то, надо же, какие в наше время были школьницы, даже не верится. А вообще, Алексей, просто колоссальный прогресс за последнее время, но еще есть куда расти. Поэтому 5-8 за технику, 6 за артистику. Игорь, что скажешь о Супермене Макарове после того, в роли скромного учителя? А мне показалось, что все было очень динамично, очень на одном дыхании. И ух! И когда они проносились тут мимо, мне же показалось, что все было супер. И сам образ был подобран очень, очень здорово и весело. И мне кажется, Аня просто выглядит как действительно настоящая ученица 9 класса. Только... А Леша великолепно ее обучал. И действительно, он держался до последнего, чтобы не увлечься за такой замечательной студенткой. Но не удержался. Его понятно. Мы его понимаем. С Аллой Борисовной. Спасибо большое.
Татьяна Анатольевна сегодня была к вам строга. Вы согласны с оценками, Леш? Дело в том, что для меня Татьяна Анатольевна Тарасова является человеком легендарным. И любое ее мнение для меня всегда объективно. Не убавить, не прибавить. Аня? Ну, мы, наверное, не можем спорить с судьями, но действительно, на поклоне Леха чуть не упал. Сознайся. Да я подыграл на самом деле. Я падать-то не собирался. Я думал, судьи поймут. Я падать совершенно покачнулся. Это было даже больше специально. Я, например, все поняла. Он показал мне, что типа сейчас упаду. Спасибо, Борисовна. Да, спасибо. Мы знаем, что у вас было много вариантов, какую выбрать композицию. И вы остановились на этой. Почему? Ну, когда мы говорим о Алле Борисовне Пугачевой, то они все потрясающие композиции. Когда мы слушали диски, ну, хотелось брать все и катать просто подо все. И на самом деле эта песня очень любит Леша, и в данный момент мы с Ильей уступили ему выбор, и эта композиция была выбрана Лешей. А скажите, пожалуйста, почему вот вы интерпретировали это так? Учитель и учитель, ученица. Знаете, когда-то в 10 классе я была влюблена в физика. Физик был очень похож на Макарова. Леша, а ты был влюблен в учительницу? Я не был влюблен в физика. И вообще у меня по физике была двойка в четверти. Это заметно, да. Макаров, мне тоже. Спасибо вам большое. И удачи вам. Спасибо. Эх, Макаров, где ж ты был, когда я в школе училась?